Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы с вами готовим закуску, которая готовится очень быстро и съедается мгновенно. Приступим. Понадобится плавленый сыр пластинами, перец красный сладкий, небольшой кусочек, яйцо отварное, маринованный огурец, небольшой, вот такой маленький, майонез. Майонез у меня домашний, я оставлю ссылку под видео, как приготовить домашний майонез. И зелень укропа. Яйцо натираем на крупную терку. Маринованный огурец натираем на крупную терку. Отожмем хорошо огурец и отправим к яйцу. Добавляю нарезанную мелко зелень укропа, ну где-то чайную ложечку. Добавляю чайную ложку майонеза и все размешиваю. Попробуйте на соль, на перец. Если нужно, присолите и поперчите. Перец нарежем длинными тонкими ломтиками. Формируем небольшие рулетики. Вот такие они получаются. Рулеты обваливаю в кунжуте. Мы с вами приготовили великолепную закуску, которая готовится очень быстро. Получилось 6 рулетиков. Сейчас покажу, как выглядят они в разрезе. Вот так рулетики выглядят в разрезе. Я вас угощаю, мои дорогие. Заходите в гости еще. Я вам буду очень-очень рада. Всем пока-пока!